оказался вообще. Прекрасно. После войны послушаю ее. Все в Рифе оплакивали королеву и принца, кроме меня. Я не верила, что они погибли. Я не могла. А затем Ульдрен вернулся. Он сказал мне, что слышит в голове голос королевы. Вот тогда я поняла, что он изменился. Я могла предотвратить все это, но вместо этого я спрятала его в тюрьме старейшин. А теперь Кейт мертв. Риф разрушен. И я получила подтверждение, что Ульдрен уже на пути к смотровой башне. Сейчас или никогда. Эх, жесть. Можно читать? Да, давай. План Ульдрена раскрыт. Он уверен, что его сестра, королева Мара, по-прежнему жива, и что она просит его открыть проход в город грез. Легендарную цитадель пробудившихся. Теперь речь идет не только о месте на кону выживания всех пробудившихся. Помешайте Ульдрену войти в город грез и отомстите ему, выполнив миссию, больше ничего сказать. Читал как мог. Будь осторожна на берегах. Ультрон и не представляет, что его ждет. Плохая инвестиция. Очень плохая инвестиция. Паук? Значит, этот принц-недоносок Ультрон хочет попасть в смотровую? Я всегда хотел узнать, какие же секреты и сокровища пробудившиеся хранят в этой недобашне. Но моя дружба с королевой Марой, пока она была жива, ограничивала меня. Ну, и запертая дверь, конечно. А теперь я просто обязан отправить с тобой своих лучших парней, чтобы они помогли тебе удовлетворить мое любопытство. Должен заметить, что сгораю от нетерпения узнать, чем же все закончится. Пауку всегда было интересно, что же секрет таит в себе смотровая башня. Желание Ульдрена завладеть сокровищами, скрывающимися за дверями башни, только подогревает его интерес. Он даже готов отправиться на бой с презренными своих помощников. Поставьте финальную точку в этой истории, выполнив миссию. Больше нечего сказать. То есть, все равно последняя миссия? Да. А предпоследняя? Ладно. Такой, ну я же хотел же, ну что же не так, да? Да я совсем что-то здесь не так. Так, как туда вообще попасть? Да очень просто, давай доедем до туда, мы типа финальную миссию, ну надо же как-то растянуть. Ну, да, ты погоди, такой... меня-то хоть подожди. Давай ехать вместе. Удачно. Подожди. Где ты там? Я даже такси вызвать не могу. Тут везде какой-то ад творится. Ай, меня все хотят убить! А что ты меня не ждешь? Да ладно, ты все рештарт миссии. Ну, мне интересно посмотреть, где он. А вдруг там будет что-то интересное? А вдруг там еще что-то? Ты же сам понимаешь. Такое. Я упал. Я почти упал. Но нет. Только лидер может стартануть миссию. Да ладно. Да. Я могу вот. Только обычно. Понял, да? Понял, да? Жди меня, я же сказал. Жду. Я зачистился, давай. Ну, вообще-то мы вместе зачистим. Нет, я все зачистил. Так, я все один! Ну, последний тобой сможешь шепотом? Нет. Мы не читерим шепотом. Сейчас сам вышел, и ты будешь просто 2 часа когда себя уходить. Видосик. Да, я вижу.
Дальше тебе не пройти. Прошу, я пойду вместо тебя. Я знаю лишь, что здесь живет тьма, смерть. Ты не из эфира, тебя нельзя вернуть. Неважно. Да, отец, мы будем служить и ждать возвращения. Ступай, вдохновляй, отомсти за убитых друзей. В твоем сердце больше нет места страху, милый брат. Я не боюсь. Я знаю. О, Ульдран, ты пожертвовал столь многим. Ты заглянул в бездну, кланялся самозванцам и терпел бесчисленные предательства. Ты был унижен, пленен, оскорблен, одержим, и ты все равно отдал все ради любви. Прошу, братец, пройди со мной сквозь ад в последний раз. Да. Славно. Тогда заканчивай. Даже рай может быть клеткой, если из него нет выхода. Освободи нас. Все-таки наш призрак был прав. Еще один и Ульдран. Ну да, да. На защите будет стоять. На защите будет стоять у портала. Угу. Мид пушить. Не, все-таки мне нравится вот этот кораблик, который у меня сейчас выпал. Да, кстати, видела. Прям огонь. Ну, что-то типа твоего, короче, только... Только не светится. Ты знаешь, что там. Смотровая башня. Фанатик. Ульдран. Конец. Правосудие или месть. Ульдран заслуживает наказания, но... Страж, почему ты это делаешь? Так же важно, как и что ты делаешь. Я не знаю, что у тебя на уме, просто помни об этом. Ну ладно. Ну что ж, последняя, финальная часть. Ну ты ее тоже пополам раздели. Даже если она будет 20 минут. Даже если она 5 будет. О, паучья дрова. Она можно поплять. Ну что за фигня? Вау, ты это видел? Что-то там взорвалось, я видел только. Сражение на Эвер. Не мог. Battlefield, ё-моё. Эти фениксы летают, гоняют зергов. Мазершипы падают. Ну. Я всех ваншотаю тут. Тем можно. Но я не так сильно это делаю, поэтому чекал. Высшая Индрана. Завидуй. Ну.
Нет. Завидно, я сказал. Нет. Ну, обида. Короче. Убийца. Эй, а где моя билдь, кстати, Лиль? О. Тебе понравилось убивать. Да ты задрал. Я войти опять не могу. Я что, закрыл? Что за бред вообще? Ну, вот это вот бред просто. Да ладно. Тебе самое место. Какая тебе разница, она перетекла. Превращать их в прах, в котором тебе самое место. Тебе было хорошо. Каникс. Рексис Ван. Я... Ну, вроде и сейчас норм. Пирра. Арастес. Не, а правда, где фармить эти новые штуки для того, чтобы новые ульты получить? Не знаю, наверное, после. Надо дырянуть. Как это хрень называется, которую нужно фармить как раз таки? Заплачу любую цену, чтобы ты погибла на моих глазах. Здорово. Я тоже электрический. Уф. Все? Он что-то почти себя пробился. Что-то как-то слабенький он. Ну это было совсем просто. Ну это Ультрон же. Ну вот надеюсь, Ультрон будет нормальный. Ну я тоже. Давай посмотрим. Вау, красиво, кстати. Мы сделали это. Осталось одно лишь имя. Ульдрен Соф. Страж. Ни одна живая душа не появлялась здесь с тех пор, как королева заперла двери. Пора покончить с этим. Ради Кейда. Это устройство для коммуникации. Но координаты, по которым оно посылает сигнал, не должны существовать. О, как. Почему это не должно? А вот как он это вообще придет? Вау, ты видел? Чего? Я пролетел сквозь вот эту хрень. Бого-юзер. Бого-юзер, да. Двигайся, я доберусь к тебе как смогу. Пшу. Открой дверь, братец. Отстань, трупа. Открой дверь. Не могу. Нет. Нас засосало. Граница между измерениями здесь очень тонка. Все, конечно же, жопа нам будет. О, старые друзья! Это же тот самый, да? Ну хотя бы здесь он выпал, слушай, какого. Да-да-да. Ну. Всю. Я, правда, по нему не попадаю. Попал. Блин, они еще и шепот, кстати, по-моему, стреляют как раз. Это что? Или не шепот? По-моему, это шепот, кстати. Прямо знаю. Но если чего-то, по-моему, ставят как раз на страже шепота. Они тоже там желтым таким стреляют. Там еще один где-то. Да. Да не один даже. Да пойди ты. Я с лука, по-моему, быстрее, чем ты попал. Так, стопай. Я тоже из лука попал. Вау, красиво. Этого кристалла нет в геологической базе данных города. И не должно быть. Ты поймешь. Ну ладно. Оу. Следующий. Знаешь, помнишь, ты все время произносил, типа, такой выстрел, типа, птю? Только птю. Тихо, да? Ну, типа, псю, да. Да. Вот. И суть в чем? У меня есть пушка, которая так делает.
Оно росло здесь еще до коллапса? После. Оно было посажено в честь прибытия пробудившихся. Повинуйся. О, видишь, доступно новое приключение. Это что, типа локация какая-то? Освободи меня. Мне кажется, это этот. Как он? Как он называется-то? Ну. Должны же подземелья здесь быть. Ну, хоть да. Они же вроде открылись, правильно я понимаю? О, смотри, что там на улице. Что там на улице? Смотри, как это. Ух, етить. Какие большие кружочки. А ты посмотри, что там дальше на улице. Особенно вон там, вот смотри. Ага. Так. Молодец, я лучше перепрыгну. Что-то мне не очень хочется лететь вниз, куда я сейчас лечу. Воскреси меня, пожалуйста. Освободи меня, о брат мой. Спасибо. Нет, 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 нет! Не успел его понять, что освободить. Что не так-то? Давай, освобождай ее. Но мне кажется, что она темная, специально его это. Ну, короче, это не его сестра. Да ладно. Это что ли? Как этот, как Тасадар, который там, ну, не Тасадар? Ну, типа, да-да-да. Как Тасадар, не Тасадар, так и это не сестра. Ты получил блудные штаны опять. Значит, они кто-то сейчас дропаются. Огромная сфера. Красиво. Новая цель. О, еще один наш. Еще один наш, да. Остался последний, не понял, но выглядит. Ну что нам, дредшопы дадут? Надеюсь, что да. Легендарный желательно, да? О, ты перемещ... А, там надо было прям переместиться. Мне что-то перейти на... О, шарик. Что это за шарик? Я, кстати, так не понимаю. Это этот очаг... Очаг темных, да, этих... Ну, как они там называются-то? Одержимые. Одержимые. Мувик, что ли? Еще один. Еще один? Да. Мы еще одного чувака, кстати, черного не убили. Ты не понимаешь, какое счастье быть моим избранным. Ты держишь в руках плоть Бога. Ты лишь в одном шаге от нашего спасения. Только свет и тьма вместе смогут открыть для меня путь в твой мир. Вот так. Продолжай. Освободи меня! Да, его лицо надо было увидеть, конечно. Кремота. Вот до чего доводит комплекс нашей сестры. Это да. Только сестра у него старшая. Блин. Так, черт. Что-то ты мне напомнил вот этот
момент последний. Такая же, как резервы появляется. То ли Шарлотт, то ли еще что-то. Так, ты загрузился? Да. Мне кажется, нам надо будет найти пистолет. О, смотри, у нас типа снизу. Ну, давай так без шума. Да-да-да. Голос Ривен. Мне кажется, нам нужно будет револьвер найти. Это нам, скорее всего, в синематике покажут в конце, как мы его подбираем после победы. О! Вот. Ой. Как-то здесь плохо все. Фармшоп это параллельно с боссом. Вот какой-то портал. Какой портал? Или надо что бить? Не, мне кажется, это не портал. Вон последний босс. А, кстати, да, вроде. Или нет? Нет, по-моему, стражник, просто ноунейм был какой-то. Стражник вашего измерения? Ладно. А что у них, кстати, за значок над ХПшкой? Ну, типа... Эпик, мега, пипер, мупер, босс. Стопэ, он нам сейчас проорал, чтобы мы ему помогли! Не, он сестру попросил. Нас опять куда-то относит. Слушай, она сейчас выпендривается так, я в нее ультанул. И при том, что я в нее ультанул, знаешь, типа ей ничего не будет. Тьфу. О, стражник высшего измерения. Прям истинное царство какое-то. Почему меня каждый раз откидывают, а? Душа не толкается. Давай, офигели. Что, короче, женщина. Без шепота. На ульт можно, да? Ну, ульт это же ульт. Тем более, это не конец. Видишь, тут тебе уже пора ультовать. Нет. А может, конец? Мне кажется, кстати, что что-то будет. Ну, потом нам откроют, типа, локацию. О! Я же говорю, подберем. Все, тихо. Она мертва, Ульдрен. А будь жива, это бы все здорово упростило. Значит, решили свести счеты? Погоди, только не так. Посмотри, он сломлен. Несмотря на все, что он сделал, мы можем просто... Ты понятия не имеешь, что он сделал. Будь Кейт здесь. Я знаю, что бы он сделал, Страж. А ты? Да. И что бы сделал знаменитый Кейт 6? Ты держишь его оружие. Значит, за тобой последнее слово. Все, что я делал только ради нее! Забавно. Что свет и тьму отделяет такая тонкая грань. Ты хоть знаешь, на чьей ты стороне?
GG. Ну, чё-то типа того. Сколько серий получилось? Она ещё не кончилась. Да, сколько получилось? Неважно. Следующая серия точно последняя. А что там ещё делать-то? О, завещание Кейда — это поручение. А, это ж можете получить, типа? Ну, типа его пистолет. Грустно, чё? Ну, кстати, довольно шустро тоже. По большому счёту, нестрадаемой фигнёй ложились бы быстрее. Ну да. За сколько там получилось бы? Думаю, за часа... 8 серий. Твои 8 серий или какие адекватные 8 серий? По последние 2 вообще по 30 минут. Последние 3 даже по 30 минут. Ну, получается где-то в районе 5, наверное, часов. Вот, кстати, ребят, вот так как это финальная миссия, да, вот и все дела, ответьте, пожалуйста, на хороший вопрос. Как вам больше нравится записывать по часу или по 30 минут? Если, конечно, кто-то досюда досмотрел. Кстати, напишите в комментариях, кто досюда досмотрел и смотрит сейчас загрузку вместе с нами и вообще слушает это. Мне прям интересно, честно говоря. Ну, все скажут, типа, по часу, конечно, если ты да, скажешь. Тут, типа, по часу, больше контента, но все равно никто не смотрит сразу час. Ну, вот да. Там дела, еще что-то наставит на следующий день серию. Страшно. А ты выложишь еще одну серию на час, и он будет такой, блин, еще целых 2 часа смотреть. Потом он наставит еще на один день, и потом он забьет на просто прохождение. А если ты делаешь где по 20 минут, он скажет, ой, ну, отложу серию на завтра, ой, ну, там еще одна вышла, окей, посмотрю сейчас быстренько 40 минут, и у меня все будет хорошо. На следующий уже посмотрю, как только выйдет. Конечно, конечно. Да, плюс к тому же ты видишь вот эту цифру в 1 час и понимаешь, что, блин, не хочу. Кажется, я фильмец пошел посмотреть. Да. Так, где мой чаек с кофейком там, за что раз? Что выбрать? 3 серии аниме или 1-часовое видео по Destiny? Наверное, 1-часовое видео по Destiny. Это же лучше. Тем более с дезертиркой, тем более с Хантером. Че кого? 100 пудов это лучше. Так, мне поди разберись, уже так, падает говорю, фиг знает сколько раз. У меня дали катализатор для Дарси. Ни за что, про что. Ни за что, не про что. Добро пожаловать, страж. А, у меня уже есть абсолютно Дарси, лол. О, мне еще дали плюшку. Сейчас тебе покажу, что мне дали. Надо же похвастаться. Я бы даже сказал, повыпендриваться. Слишком тяжелая. Слишком тяжелая. Ты где там? Здесь, а. Хочешь увидеть? Показывай. Эпичность. Смотришь, да? Смотрю. Представь, что я на сцене. Понял, да? Прикольно. Ну да. Ладно. Мы можем, кстати, к нему подойти, и он нам, по идее, должен дать что-нибудь. У тебя получилось. Туз теперь твой. Ну хорошо, а где туз-то? И Кейт тоже был бы рад. Ну, это, наверное, миссию надо было еще. Но туз... Туз в плохом состоянии. Я не видел его таким ржавым с тех пор. С тех пор... Нет, не помню. Ладно. В тайниках у Кейда должны были остаться запчасти. Вот оно что. Теперь они по праву твои. Отыщи их и принеси мне детали. Туз еще скажет свое слово. Окей. Так, глаза Банши 44 ярко загораются, когда речь заходит о починке пайкового туза, но он не справится с ним в одиночку, ему понадобятся ваши биоритмические данные и детали тайника Кейда, разбросанные по всей Солнечной системе. Фарм из Рио. До скорого. Мне кажется, да, нам снова придется фармить. Я сейчас почти умер.
Учитывая выдающийся успех твоей боевой группы в последнем налете, я с уверенностью заявляю, что мы готовы активировать протокол налета Сумрак. Блудный перч, у меня только блудного шлема. Сумрачный налет — это высокий риск, но хорошая награда. Это тебе не прогулка по лесу, а смертельно опасная задача. В этих операциях мы теряем стражей, хороших стражей. Поэтому я отправляю в сумрачные налеты только самых сильных и опытных. Я хочу, чтобы ты набрала в свою команду только самых лучших. Собери боевую группу, Страж. Город освобожден, но наше существование все еще под угрозой. Завал ввел в действие протокол Сумрак, согласно которому избранные боевые группы Стража наносят точные удары по самым серьезным угрозам. Каждую неделю собирай свою боевую группу, выполняй сумрачные налеты, чтобы забрать ценные награды. Не думаю, что я пролил хоть слезу в связи с... со смертью Ульдрана. В другой жизни я бы сам его убил. Но мы Стражи. Убийство Ульдрана слов будет ничто, прямо когда на другой чаше весов существование целого народа, находящегося на грани исчезновения. Погнавшись за местью в чужие владения, ты подвергла риску их всех. Убийство Ульдрана сов будет иметь последствия. Возможно, не сегодня и даже не завтра. Но этот день придет. Надеюсь, мы переживем его. Вы добились цели, отомстили за друга, но командир Завал напоминает вам о том, что вы ради этого рисковали. Смерть Ульдрана не пройдет бесследно, в этом Завал точно уверен. Вот. Вольно. Каждый новый день как победа. Так, ну у нас еще есть квест на отвергнутых. Погоди совсем. Плащ памяти Чейда. Вернитесь к Коре в башню, вернитесь к Завале. У меня у нее фиолетовый квестик, кстати. Угу. Тебе сейчас плащ дадут. Недавно я осознал, что с Кейдом, возможно, у меня были самые нормальные отношения. Я должна держать своих тайных агентов на расстоянии. Мы с Завалой теперь плохо понимаем друг друга. А с моим призраком все сложно. А Сирис, ты так знаешь. Что касается тебя, я была всего лишь второстепенным персонажем в твоей истории. Но Кейт был моим другом. Моим нелепым, смешным, неизменным другом. Если мы не будем сражаться за друзей, за что нам вообще сражаться? Я просто пытаюсь сказать, что горжусь тобой. И спасибо тебе. Вы уничтожили убийц Кейда, и Кори теперь спокойнее спится по ночам, но она все еще переживает за будущее авангарда. Охотники остались без предводителя, Завал еще глубже ушел в себя. Егор опасается, что самое худшее еще только впереди. Нет, мне дали не плащ, мне дали памятку. Свет. Повязку. Вот, а теперь мы можем вернуться на спутанные берега. Мой друг говорит, что... А где повязка? Повязка? Просто притворяются. Да мне повязку дали. Где? Я не потрачу ваше время зря. Обещаю. Но она хуже, чем та, которая у меня есть. Вот такая. Но мы же только что освободили город. Пиковая. Вон на руке. На руке? Да. Моя плащ, короче. Я не вижу твой плащ. Ты не видишь мой плащ? Нет. Обида. Вижу только твою накидку. А, вот памятка. А, у тебя вместо плаща этот? Да. Ну, мне вот этот больше нравится. Вот, а под стиль типа... подходит лучше. Ну вот эта вот штука такая, сзади спик и тоже. Ну я не знаю, я не вижу что-то у тебя. А что ты видишь? Я вижу твою жопу. Yes. А, вот теперь плащ развивается. Я не знаю, видимо глюк какой-то был. Все вижу, да. Ну плащ круче, чем браслетик. Ну не знаю, такое. У меня браслетик сияет, а у тебя плащ нет. Ха.
Ну, тач лучше видеть, верно. А кто варпы нас? Или что? Не, я думаю, что попрощаться с ребятами сначала, наверное. Наверное, там просто, наверное, последний диалог буквально, что там. Чего его разделять-то? Там сейчас, скорее всего, она тоже типа скажет, типа, молодец, не молодец. И, по сути, на этом закончится вся сюжетка. Думаешь? Угу. Ну ладно, говорил. Варпаемся. А то серия уже получилась почти 40 минут. Черт. Надо бы торопиться. Надо быть быстрее. Да. Что, ты так медлишь, да? Вот надо было всех боссов быстренько с шепотом завалить, чтобы 20 минут вложиться. Так неинтересно, я и так ультанул. Понимаешь, шепот шепотом, но это скучно. Ну, не знаю, на мой взгляд, просто когда ты, типа, ваншотаешь. Ну, такое. Ну, там не совсем ваншот, там просто очень хороший тамак идет. И стабильный. Есть ну, еще симулянт, вот симулянт, по-моему, тоже нехил тамак носит. Но его фармить гораздо сложнее, чем шепот, по-моему, все-таки. Я не знаю, кто из... и с чем ходил, но... Иной раз, когда мы, ну, нормально так проходили, и там боссов чуть ли не ваншотали. То есть, ну, это прям было жестко. Да, что-то тоже попался один раз, там что-то чуваки ваншотили из какой-то ракетницы, что ли, речь. Ну, что-то они там тоже разуплотняли нехило. До какого ты дошел-то в итоге? Ну, вроде до 7 дошел, по итогу. Ну, там должны были тебе плюшку дать за это. Да, дали. Это хорошо. Я вот до 8 недавно дошел, почти 9. Убийца. Сейчас пулку, наверное, надо поговорить будет. Я буду рад сохранить. Ну да, паук просто так ничего не делает, ладно, неважно. Дело сделано. Но мне не до отдыха. Мне нужны ответы. Я хочу понять, как защитить мой народ от тех кошмаров, что таятся по ту сторону врат. И принца надлежит упокоить. Я пройду через смотровую башню в город грез. Возьми этот талисман. Он откроет тебе путь. Следуй за мной, как сможешь. Никому другому я бы не доверила прикрывать меня. И если кто заслуживает ответов... Завершить сюжетную кампанию. Выполнять долг перед мертвой королевой. Петра оказалась на спутных берегах. Теперь этот долг ведет ее дальше, к проходу на вершине смотровой башни, оттуда в город грез. Вы еще не готовы узнать тайны этой крепости, пробудившись, но Петра надеется, что это скоро произойдет. Она вручает вам обломки талисман пробудившихся и заговорит, что вы можете попасть в город грез, выполнив поручение за пределами смотровой башни. Также мне нам дали Вестянскую династию. Вот, держи, это Вестянская династия, мой пистолет, это оружие, из которого, в общем, ты знаешь, больше нечего сказать. Ну, прошу тебя, возьми его. Пусть он может себе... поможет тебе попасть в город грез, Петр Ивинович. О, с мощью его еще С возвращением, подруга! Твое кровожадное стремление к мести было выгодно нам обоим. Прощайте, бароны! Добрый друг человек. Пока-пока. Я смотрю, ярость королевы без королевы дала тебе сломанную безделушку. Не удивлен. Она предлагает богатство пробудившихся, но не раскрывает способ получить их. Тебе повезло, что у тебя есть добрый друг-паук. Паук поздравляет вас с победой и радуется тому, что он стал единоличным правителем спутных берегов. Чувствуя необычайный прилив щедрости, он соглашается побаловаться починкой артефактов в поручении «Ключ света и тьмы», где он поможет вам восстановить талисман пробудившихся, полученный от Петры. Итак, проклятие пришло в действие. Первая в мире победа в рейде «Последнее желание». 6 отважных стражей вошли в сердце города грез и сразили 1000 голосов ривен. Бедняги не догадывались, что именно этого она и хотела.
А у побрякушки, которую тебе дала Петра, не хватает деталей. Я знаю это, потому что видел их на берегах, видел, как за них убивают. Будь у меня такая, я бы схоронил ее в затерянном секторе. Понимаешь, к чему я клоню? Ну, короче, нам дали историю почитать. Чтобы тебя уважали. Ну, по сути, все. Джиджи. Да, по сути, все, но мы должны будем вы... Ну, чего проходить-ка. Короче, проходить дальше должны будем. А что ты там проходишь? Будешь починить талисман. Ну, талисман это для рейда, скорее всего. Это понятно. В старом убежище корсаров, в сердце паутины паука, в редком зеленом месте. Ага. Ну, да. Да, примерно так и устроены рейды. Либо ты сверхразум, либо ты губишь. Вот. Но будем сверхразумами. И поэтому всем пока. Это последняя серия. Ей. Увидимся в следующей. Логично. Ладно.